Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. И сегодня будет кладбище трупов часть 3. Вы не ожидали часть 3 увидеть? Это трупы, которые у меня насобирались. Это все трупы. И вот первый смартфон, это вот такой Samsung. Это модель Galaxy Star, модель GTS7262. Смартфон не включается, потому что он весь разбитый. И следующий телефон, это вот такой Samsung, модель SGH-D900. Но телефон проверить я его не могу, потому что он весь рассыпался. Вон, клавиатуры даже нет. Следующий телефон, это вот такой Alcatel. Это модель от 525, это модель 2002 года выпуска. Этот телефон, он не включается, потому что в нем вытек аккумулятор весь. Следующий телефон, это вот такой Alcatel, модельки я его не знаю, но телефон не включается, не знаю почему, может залитый. Ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как называется модель этого ретро-телефона, потому что я не знаю. Следующий телефон, это вот такой Леди. Этот телефон для девочек, для женщин и для бабушек. Это модель телефона Леди М10. Этот телефон не включается из-за того, что у него короткое замыкание и все поломано. Следующий телефон, это вот такая Nokia. Это модель 3310. Телефон не включается из-за того, что у него все разбито. Но прикольное, что у него клавиатура резиновая. Я никогда не видел Nokia 3310 с резиновой клавиатурой. Это очень интересно. Следующий телефон, это вот такой Fly. Это Flybird, модель S288. Ну, телефон не включается, не работает. Ну, не знаю, наверное, рабочий. Он просто кнопку переключения перепутал. Оказывается, это кнопка включения, а я вот эту тыкаю. Следующий телефон, это вот такой Sony Ericsson. Это Walkman, модель W100i Spiro. Этот телефон не включается, потому что в нем 3 поломки. Первое, это он залит, другое щелкает шлейф при открытии. Хотите, покажу? Вот, я открываю и закрываю, так щелкает. И еще он не включается. И это все 3 поломки. Следующий телефон, это вот такой Sony Ericsson. Это модель T303. Телефон, его проверить я не смогу. Я даже не знаю, рабочий, не рабочий, потому что в нем ничего нету. Все поломано. Ну и все, вот такая была третья часть трупиков. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии. Ну и все. Всем пока-пока. До новых видео и обзоров. А сейчас я буду чинить флай.